Ну, какой бы мне заданец выбрать? Может, вот это, кузнеца спасти? Источник стал Рима. Где он на карте? Вот здесь. Где ближайшее? Что ближайшее? Можно отсюда, наверное, подняться как-то. Let's get indoors, or in a cave, anywhere, just out of this. Да, Сирана все время ноет. Как настоящая девушка. За это мы ее и любим. Да, вот здесь вроде можно подняться. Что у них там битва с кем-то? С кем? Так, против этих. А, огненные, может, и нет, потому что они, может, сами огненные. Кого вы там завалили-то? Просто бандит. А это что? Сирана оживила. Тролля нам. Здесь нет. Ну что, отдавайте кузнеца по-хорошему. О, Элс. Молодцы, заметили. Да, а то что будет? Так, какой у меня крик? Кстати, его хочу испытать. Я ж получил тут более сильный крик-то. Unrelating force. Ну, ну-ка. Но не заметил. Разница. О, у вас мечи вызываются. Круто. Ключ. Записочка. Прочитаем записочку. Ох, я ж тут книг набрал, батеньки мои. Ее не найдешь. Так это нет, вот это да. Ну понятно, но еще надо выведать. Ругается, что у кузнеца не выведали секреты начальства. Типа, парня не сломаешь так просто.
help! Somebody! Outsider, I remember you. You're the one who freed the skull from the dark spell. Thank the All-Maker that you have come. These accursed elves have taken me from my home. No. No, my wounds are not serious. I don't think the elves were trying to harm me. Perhaps they intended to frighten me. At worst, I have a few bruises to show for my ordeal. I do not know this word, Thalmor. But if you mean the elves, they were trying to learn the secrets of forging Stalrim. Their leader, an elf named Ankarion, has a map. He says that it shows the location of a hidden source of Stalrim. Enchanted ice, as hard as iron and as cold as death. Stalrim can be forged into deadly weapons, but the art is known only to the smiths of the skull. They have a ship. They took me there and showed me the map. You will find it on the northern coast of the island. Please, do not let Ankarion make his weapons. Kill him or let him live. But take the map from him. It belongs with the skull. I will return to the village. When you have the map, please bring it to me there. And thank you. May the All-Maker bless your days. Не вопрос, пожалуйста, всегда рад помочь. Тут как раз этот меч этот стал римский, ну на кой черт он мне нужен? Что, попьем чуть-чуть, слегка. По винцу. Так, теперь мне надо отнять карту. Отнять карту, для этого мне надо попасть аж сюда. Ближайшее место здесь. Куда мне идти-то надо? Вот сюда. Так, а тут и не пройдешь, да? С криком можно перепрыгнуть. Hold. Да. Ну, не пойду пока сюда. В замок в этот, который, я имею в виду, обнаружился у меня только что. Они там дерутся, и пусть дерутся. Меньше врагов. Так, иллюжин.
А вот они начали драться, да? Ну и валите друг друга. Асера, ну блин, какой у тебя-то уровень? Прости, господи, все они до 37-го. У тебя что, больше, чем 37-й уровень, что ли? Вот же ты, елки-палки. Крутикова. Так, а чего вы больше не деретесь? А, он убил его уже. Где этот тролль-то? Правда, не очень понятно, зачем он мне нужен. Ну, ладно, к кораблю не буду отвлекаться. Так, и еще раз я возьму этот не эффекта. Заклинание, пусть они дерутся между собой, а я буду наблюдать. А как я тут спущусь-то? Это ж самоубийство. А вот это, кстати, их корабль. Ну-ка. Интересно, отсюда мое заклинание их достанет? Давайте, фигальтесь. Все сработало прекрасно. И мы наблюдаем, как мои враги уничтожают друг друга. Теперь мне надо найти способ, как спуститься туда и не разбиться. Сирана, узбагойся. Беру черепа, потому что теперь они для изготовления оружия годятся. Так, еще один мародер. Вы зато какой у него красивая арма-то, а? Ну это ж вообще просто отпад вообще. С гербами какими-то. Блин, оживить тебя, что ли, прям прелесть какая. Если получится, конечно. Ну-ка, служить. Мейхем еще раз. Они там перебили уже друг друга или как? А, успокоились уже. Ну-ка еще разочек. Заклинание мое перестало действовать. Продолжайте в том же духе. Да где ж тут спуститься-то нормально можно? Bruce, Roger!
понял. Ну ладно, раз так. Раз ты такой весь из себя магический фокусник офигенный, блин. Так, поставлю этот Mayhem, наверное, себе фейворит. Больно, он прикольный. Так, там один, что ли, остался уже в живых. А нет, еще два есть. Ну вот давайте, фигарьтесь. А я посмеюсь. Кстати, а надо мне его было убивать-то? Вопрос. Ну, а важно ли это? Не думаю. Вряд ли бы он отдал просто так. Что-то у вас еще хорошего-то есть на кораблике. Не вижу. Может, там что есть. Кстати, меня вот тут попросили, по-моему, принести. Потому что я сейчас взял этот имперский этот, как его, тарп. Господи, сейчас посмотрим, как он называется. Да, вот этот East Empire Pendant. Меня просили их принести и продать. Так, здесь пусто. Здесь что? Чувака так и зовут Iron Shaper, то есть так по-простому полетели. Зайти-то можно или сейчас нельзя? А сейчас уже и не надо, вот он, потому что. It is good to see you again, my friend. Did you find the elves at the ship? I know you face great danger to bring this map to me. There are no words to tell how glad my heart is. Thank you, brave one. I name you Friend of the Skull, and I will trust you with the knowledge of forging the Stalrim. If you bring Stalrim here to my forge, you can use my tools to make what you will from it. Until our next meeting, Skull friend. May your hunts always bring you game, and your crops grow tall and bountiful. Так, а я везде теперь смогу сделать этот Сталримовский или только? I heard from Dior how you went in search of Baldur. That was very brave.
And in fact, that's just the kind of courage I'm looking for. Quite right, quite right. This, however, is paying work. Allow me to explain. As a scholar of history, I've always found Solstheim to be most intriguing. I've made many forays into the ancient ruins that cover the island. I've come to know those ruins so well, I could draw you a map from memory. That's why I noticed the new passage the moment I laid eyes on it. An old tomb, I think. It must have been opened by an earthquake that accompanied one of the Red Mountain's eruptions. I'd love to have a closer look. Those old ruins can be dangerous, and I'm no adventurer. I'll pay you to watch my back down there. I'll be heading back there soon. If you're interested, meet me at the ruins, and we'll see what we can find. Now I'm off to pack for the expedition. Отлично, новый квест. Fear to think what would have happened if you hadn't saved. Мне просто что интересно, а вот этот стал вообще могу здесь сегодня? Да, вот стал рим, да. Стрелы. Конечно, красиво, что говорить, да? Ножик там. Ну, кстати, вот просто для сравнения хочу посмотреть. Сталрим арма 203, да? А Даэдрик арма 216. Дальше Сталрим. Одноручный посмотрю. А мне надо было хэви арма. Но это не важно, все равно там больше. Собственно, это я и смотрел. Так, Light Arma тоже у них есть. Ну, Light Arma намного слабее. 172, а Драконе. Это Heavy Arma. А это 181. Ну, как намного. Не очень-то и намного. В принципе, при апгрейде никакой разницы не будет. Сталрим Мейс одноручный 48. А, драконий. Нет. 48. 51. Который вот у меня сейчас. Близко. Но получается все это. В общем, только ради вот новых текстур вот этих. Вот хочешь походить, типа. В другом цвете, в голубеньком, типа не в черном, как я сейчас. Ну вот тогда, пожалуйста. Мне интересно, только это вот на любой кузне будет проявляться или. Или только как вот он сказал, если хочешь, там подходи там. Вот дома у себя у меня то же самое будет. Одноглазенькая. На этом я заканчиваю эпизод.